добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу вам показать небольшую коллекцию своих платочков и шарфиков. Если вам интересна эта тема, то оставайтесь со мной. Итак, я сейчас вам покажу платочки и шарфики, которые я недавно приобрела. Я их еще не успела поносить. Итак, первый платочек выглядит вот так. Все платочки у меня запакованы. Все платочки еще с этикетками, я их буду носить осенью, как немножко похолодает. Вот так он выглядит. Платочек очень красивый, в таком голубом цвете, и он немножко переливается, такой он как хамелеон. Значит, платочек шелковый. Вот примерно вот так он выглядит. Вот. Вот такой вот платочек. Платочек достаточно длинный. В принципе, его можно даже и надеть на голову и замотать на шею. Следующий платочек, он уже более такой летний. Его можно носить летом. Значит, вот такой у него летний принт полосатый. И золотая цепь изображена. Итак, следующий платочек я распаковала. Вот так вот он выглядит. Он тоже сделан из шелка. Шелковый тоже платочек. Мне вообще очень нравится, как смотрятся шелковые платочки. Вот. Вот так вот он выглядит. Очень красивый такой принт, очень летний. Сейчас покажу, вот как он смотрится. Вот, примерно как-то так. Очень симпатичный, особенно для лета, вот в прохладный вечерок накинуть, и будет очень тепло и стильно будет смотреться. Вот. И этот платочек, кстати, немножко идет потоньше вот этого платочка предыдущего. Этот немножко поплотнее. Следующий платочек выглядит вот так. Тоже он запакованный. И вот так он выглядит. Очень красивый тоже платочек этот шелковый, красный. Красный платочек, красный цвет очень хорошо мне подходит. Он такой идет в полосочку, черная, серебристая, красная. Очень тоже красивый платочек. Вот, вот так он смотрится. Очень симпатичный, мне тоже он очень нравится. И этот платочек также, он сделан из шелка. Вот, вот такой вот красивый платочек. Следующее, это идет шарфик. Шарфик, он такой из хлопка, такой он тоненький. Вот так вот выглядит шарфик. Он такой, значит, бежевого цвета, переходящий в такой какой-то серый, такой как градиент, вам может быть не видно, но он такой вот как плавный такой переход цвета бежевого, от бежевого к серому, более такому темному. Платочек этот будет сочетаться, я думаю, практически со всем, потому что цвет такой нейтральный, он отлично подойдет подо все. Вот, и он легкие, его можно носить и летом. Вот. Так он смотрится. И сочетаться он будет абсолютно со всем. Так, и последнее, что я вам покажу, это тоже будет шарфик. Но шарфик уже на холодную погоду, даже может быть на зимнюю или на холодную осеннюю. Выглядит он вот таким вот образом. Сейчас я распакую и покажу вам его поближе. Итак, вот так выглядит платочек, точнее шарфик. Он сделан полностью из хлопка, и, по-моему, там есть немножко вискозы. Вот. Вот так он выглядит. Здесь такие изображены цветочки на таком светло-красном фоне, разноцветные такие цветы. Вот. Отлично подойдет на холодную погоду, на зиму, на осень. Вот, вот так он смотрится.
Очень, по-моему, симпатичный платочек, и что мне нравится, очень приятный материал. Вот, и на этом у меня сегодня все. Не забывайте ставить лайк, если вам понравилось это видео. Всем спасибо за просмотр и пока!